Итак, урок перекрытия объекта текстурой. Я сделала заготовочки небольшие к моему уроку. Это будет, собственно, само изображение. Вот оно. Газета, которая будет являться фоном нашего изображения. Так, вот здесь я вырезала фигуру целиком, для того, чтобы можно было как-то сделать в дальнейшем работу поинтереснее. И, собственно, сделала вырезку изображения мужчины, на основе которого мы и будем создавать карту смещения. Лишнее мы сейчас тут уберем, чтобы было более ясно, четко и понятно. Вот она, собственно, на этой основе и будет создана карта смещения. Так, первое, что нам нужно сделать, это обесцветить это изображение. Создадим на всякий случай дубликат слоя. Изображение. Коррекция. Обесцветить. Изображение. Коррекция. Уровни. Смещаем ползунки к центру, для того, чтобы сделать наше изображение более контрастным. Окей. Далее. Сохраняем наше изображение как объект в PSD. Сохранить как. Дадим название нашему объекту 9.0.9.0. Сохранили 9.0.9.0. Так, дальше идем, значит, берем газетку нашу, перекрываем изображение, которое только что мы сохраняли в формате PSD, и теперь будем создавать наше изображение из газеты. Первое, что нужно будет сделать, повернуть нашу газету под углом. Ctrl-T, тянем за уголок, поворачиваем. Это делается для того, чтобы изображение было более интересным. Убавляем непрозрачность фона, чтобы видеть все ли детали перекрыла наша газета. Все детали перекрыты. Вот этого мы и добивались. Можно вернуться на место. Выделяем нижнее черно-белое изображение нажатием клавиш Ctrl и по иконке нашего слоя. Там пошло выделение. Так. Встаем на слой с газетой. Переходим в фильтр. Искажение. Смещение. Карта смещения сейчас настанет с вами. Значит, масштаб поставляем 15-20. Растянуть, повторить граничные пиксели. Окей. Вот она сразу вышла, карта нашего смещения. Так, 9.0.9.0 ищем. Вот, нажимаем открыть. Вот пошло смещение. Так, хорошо. Это как раз то, чего мы с вами добивались. Далее нам нужно избавиться вот от этого лишнего текста. Это делается так. Нажимаем на маску слоя, которая находится ниже всех слоев. Добавить слой маску. Добавляем. Вот что у нас с вами получилось. Слой маска добавлена. Так. Далее мы отключаем черно-белое изображение и подключаем цветное изображение. Так как его пока не видно, на слое с маской, поднимем его повыше, слой с маской мы ставим на перекрытие. Так, видите? Ой, извините, не сюда. Так, вернемся на шаг назад, слой с маской на перекрытие, а это обычное. Так, слой с маской, перекрытие, перекрытие. Вот оно у нас получилось такое перекрытие. Как это смотрится на общем фоне. Ну, откроем клипад. Вот он, таким образом будет выглядеть. Так, и подставляем изображение газеты самой. Вместо этого изображения сделаем более интересный фон. Вот этот фон.
Но он как-то выделяется по цвету, чтобы у нас было все в одном. Видите, мы откроем нижнее изображение и нижнему слою с газеты уже дадим перекрытие, режим перекрытия, само перекрытие, вот оно, перекрытие. Вот мы с вами получили изображение с перекрытием, текстурой. Так, ну можно здесь немножко, я думаю, убавить наш фон и добавить кое-какие детали. Так, собственно, это уже можно все выполнить, сведение, объединить в один слой. Нажимаем правой кнопкой мыши, объединить, выполнить сведение. Окей. Объединили наши слои. Так, добавили верхний слой. Взяли инструмент произвольная фигура, выбрали сердечко, так, плечо мужчины и женщины, здесь мы видим, представляет такое своеобразное сердце. Вот мы провели этим свободным трансформированием сердца. Так, ну оно грубовато, конечно. Мы его просто сейчас расстреливать слой. И далее что мы с вами сделаем? Выделили наше сердечко, добавили слой, выполнить обводку. Выполним обводку. 4 пикселя достаточно. Так, нижний слой мы просто снимаем здесь выделение. Нижний слой убавляем ему непрозрачность. Вот таким образом. Так, убавили непрозрачность, а верхнему слою придадим такой интересный эффект перелива. Так, продублируем Ctrl-G 3 раза. 2. Добавили, один есть. Так, и нажимаем правый, параметры наложения. Параметры наложения, наложения узора. Выбираем золотой узорчик наш. Вот он поехал. На втором слое сделаем параметры наложения то же самое наложение узора. Следующий. И третий слой. Параметры наложения. Узор третий. Так. Отключаем все слои. Вот он наш кадр первый, добавим ему еще один, к нему открываем первый слой, к третьему кадру второй слой, нижний отключаем при этом, добавим еще один кадр и добавляем слой 1, копию 2. Первый кадр, как всегда, убираем в корзинку, он нам не нужен, и выставляем время. Время. Выделим все кадры. Выделяем все кадры. Выставляем время 0.1. Так, и поехали, проверяем. Вот уже красиво получилось у нас. Так, что дальше делаем? Добавляем еще один слой. Белой кисточкой. Мягкой. Вот она мягкая. Настроим ее. Убавим. Увеличим промежутки. Так, и дальше динамика, форма нужно оставить. Рассеивание добавим. Создадим несколько слоев. Так, у нас здесь 3 кадра, значит 6 слоев можно спокойно создавать. Так, первый слой делаем так. Повторим Ctrl-G 6 раз, 1, 2, значит 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так. Дальше удалим пока анимацию эту. Удалить анимацию. Она у нас будет идти как фон. И теперь поработаем с этими цветными шариками нашими. Так, переходим на слой номер
два. Видите, глазки все открыты на наших белых шариках. Переходим на строй, вернее, на кадр номер два. Опускаемся на самый первый слой, который мы создавали, это слой номер два. Берем инструмент перемещения и будем создавать движение в виде звездочки, снежинки. Движение пойдет вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, а вот этот, наверное, вернулся назад. Так, мы его опять сюда загоним. Так, ну и выставляем время. Пусть будет 15 кадров. Вот сюда нажимаем создание промежуточных кадров. 15, единичку подставим. Так, 15 кадров. Промежуточный, окей. Так, уберем сразу первый кадр, он не нужен. Так, ну и посмотрим, что у нас получилось. Так, вот так вот. Отлично. Отлично, отлично. Так, проверяем. Первый кадр, последний. Так, ну теперь можно поработать и с этими, с нашими золотистыми переливами. Для этого еще раз создадим один дубликат первого кадра, и на нем уже будем открывать наши слои с золотистой обводочкой. Итак, на первом кадре мы закрываем все глазки, смотрим, они все закрыты. Это слой 1, слой 1 копия, слой 1 копия 2. Я их условно буду называть первый, второй, третий. Итак, второй кадр. Первый слой, третий кадр, второй слой, четвертый кадр, верхний, третий слой. Ну и дальше первый, второй, третий и так до конца. Пойдемте, пока не откроем все кадры. Процесс, конечно, немножко нудный, но результат этого стоит. Вот мы закончили со всеми нашими кадрами. Убираем первый ненужный. Ну и смотрим, что у нас получается. Вот так у нас получилось. Теперь работку нашу мы подписываем. И на этом мы с вами, наверное, остановимся. До следующих встреч. Подписывайтесь, это нужно обязательно. Ну, мы сейчас и оформим. Кисточка такая специальная есть. Вот так. Снимаем наше отделение. Еще раз полюбуемся и закроем нашу работу. Вот так будет выглядеть. Ну, до новых встреч. Всем пока. С вами была